И из реанимации коммунарки, где лечит Романа Костомарова, продолжают поступать плохие новости. Сегодня стало известно, что врачи все-таки в ближайшее время ампутируют фигуристу пальцы рук и оставшуюся часть стопы. Спортсмен, как утверждается, пока находился в сознании, дал согласие на операцию. СМИ пишут, что медикам не удается остановить развитие некроза пальцев рук. Существует высокая опасность дальнейшего распространения гангрены, что может привести к смерти Костомарова. И это не единственная проблема, которая тревожит врачей. Насколько известно, на фоне общей интоксикации возник риск отказа внутренних органов. Сердце, почки и печень не выдерживают нагрузки, связанной с лечением. У него развились серьезные проблемы с сердцем и сосудами, очень высок риск инсульта, а также отказа печени и почек, пишет Пятый канал. Накануне первый тренер Костомарова Лидия Караваева сообщила, что врачи из Германии, участвовавшие в спасении жизни фигуриста, потеряли надежду на его выздоровление. Она сообщила, что при наличии вариантов лечения Романа бы уже давно транспортировали в немецкую клинику, но отечественные врачи не сдаются и продолжают искать способы победить коварный недуг. Напомним, что Костомаров находится на лечении в больнице с 10 января. Перед этим он очень много работал, что, как считают эксперты, могло подорвать его здоровье. Эндокринолог Зухра Павлова говорит, что в случае перенапряжения случается адаптационный срыв, который делает человека беззащитным перед инфекциями. Пожелаем скорейшего выздоровления спортсмену.